Ой, снайпер. Интересно, симметра... Нет, симметра вряд ли на ТП настреляла. У меня ловушки там уничтожались. Бах, в голову. Блин, снайпер две головы сделал только что. Солдат вышел с ультимейтом. Буквально в секунду. Забрал, да. Ну, да, да. Он должен в спину заходить. Вот, блин, уже на контрольной, на точке, да, на контрольной. И снайпер же, капец, какие они. Снайпер опять. Черт возьми. Она практически не мажет. У меня сейчас фулл хп, он, кажется, один хедшот просто. Нет. А, да, вот, вот он хедшотик. Снайпер, конечно, хороший. Давай взорвись. Блин, она как какой-то псих. Просто псих. Попадает. Еще Диву взяли. Фрэнкфорда одного не убить, еще Дива. Она видит, что я иду к ней. А, да-да, там зрение. Капец. Вообще она такая дикая. Бах, и в голову прям. Не, на курицу я лечение не накидываю. Ты. Снайпер минус меня. Опять тот же самый, блин. Капец, как он бесит. Они все в узком проходе нас ждут. Туреточка там стоит на втором этаже. Ловушки как захочешь. Капец, я в шоке. Я ее вижу из заметки. Я делаю заряд вот альтернативной атаки за Диньятом. Сейчас здесь надо, сейчас, я думаю, сквозь двери нам будет снайпер стрелять. Да, уже ждет наверху, далеко. Аккуратно. А, вижу. Блин. Опять голова. 150 же она не снимает, только в голову. Она 120 по телу снимает или 100, сколько там? Господи, да как так? Раньше трейсерка наказывала, да? Теперь снайпера у нас. Да, это просто жесть какая-то. Может быть, взять... Кого можно взять-то? Ё-моё. Да не-не-не, давай-давай, продолжим. Продолжим терпеть. Да, достала. Минус 3, минус 4. Да! Капец, это вообще... Я выхожу уже, получаю третий хедшот. Минус турелька там вроде. Она очень, да, она очень сильная. Как на такой дистанции можно так стабильно в голову попадать? Я боюсь выходить, реально, это такой рандом. Попробуй спину залететь с турельки, может быть. Вообще, ну совсем. Капец. Турель вообще никакущая. Ой, кошмар какой. Это такой кошмар, просто. Просто кошмар, я высовываюсь на секунду из-за щита, она ловит, ну как-то просто, ну я не знаю. Вот такие пацаны и будут потом. 6 человек в тиме. Снайпер, который не промахивается. И все, и ГГшечка. Там какой-нибудь ангел, который... Ну, короче, каждый, чтобы имел там одного-двух героев в специализации, но исполнял так, что вообще комарным нос не подточит. Все, да, вот да. Человек настрелял половину команды, если не больше. По дамагу, кстати, интересно, отметит ее статистика. Сейчас будет в голову. А, нет, интересно, это... да? Смотреть. Да, да, да. Ну, я думаю, что она внесла где-то треть урона вообще по всей, который от всей команды, от своей. Кажется, мне даже кажется, больше. Команда, наверное, будет играть в рейтинге. Ну, это понятно, что им будут давать. 18 хедшотов просто. 18 хедшотов, 55% меткость в снайперском режиме. Это же, ну, то есть...